Харли Дэвидсон номер один. Такие делали в прошлом столетии. Форд Т2. Только посмотрите, какие там крутые тачки. Срочно хочу покататься. А почему не открыва... А, это пуленепробиваемое стекло в Майнкрафте. Ну ладно, 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 ладно. Я сейчас зайду через вход. Ай. Дверки тоже не открываются. Вход один лайк. Дорогой друг. Я, конечно, стесняюсь сказать тебе, но нет, я не стесняюсь. Дорогой друг, не ленись, поставь большой пальчик вверх под этим видео, и дверка откроется. Мы сможем сегодня наконец-то покататься на этих крутых тачках. И ты тоже сможешь покататься, потому что если я смогу покататься, то потом я тебе дам ссылку, ты скачаешь, и ты тоже сможешь покататься. Дорогой друг, не ленись, поставь один большой пальчик вверх под этим видео. И это очень важно, чтобы эта дверка открылась. Ну, пожалуйста, ну откройтесь. Нам... Вот-вот-вот-вот-вот, пошла жара. Ну, дверка, ну, открывайся. Ух ты, открылась. Спасибо большое, друзья, кто поставил лайк. А еще подписался, вдвойне спасибо. Так, ребята, я сейчас сгоняю за бензином и начнем обзор. Че, погнали, тачек много сегодня. Первым у нас идет Mercedes CLR65 AMG. Ой, боже мой. На таких штуках катаются арабские шейхи, насколько я понимаю. Так, эта штука разгоняется хорошо. Отлично сочетается с черным фоном. А че мы так медленно ездим? Ну-ка, сейчас попробуем. Можем ли мы задавить овцу? Грей. Во, вот это похоже на спорткар. Вот это мне нравится. Ну-ка. И еще вот так можно делать и открывать себе эту. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Кнопка акселерации тут есть? Так, все Ctrls у нас, как всегда, находятся вот здесь. Вот. Ее тоже нет смысла, потому что она и так абсолютно новая. А, дверь закрыли. Некоторые машины, кстати, могут даже светиться по ночам, в смысле у них есть рабочие фары. Покупай игры и получай подарки на сайте geronshop.ru. Все ссылки в описании. Жду вас там. Не знаю, там, судя по буквам, это, наверное, все-таки арабские номера. Я так подозреваю. Так, окей, давай дальше смотреть. Audio Q7. Что это? У нас сегодня вроде как этот лакшери. Лакшери на Западе называют все, что связано с роскошной жизнью. У нас что-то сегодня не совсем лакшери. У нас сегодня какой-то... Я что, сегодня таксист, типа? Нет, у этой штуки двери не открываются. Окей. Да, здесь можно, в принципе, несколько игроков возить без проблем. Так, G, чтобы переключаться в OTL режим. C, чтобы переключить еще что-то. В принципе, я никакой разницы на себе не ощущаю. Я езжу одинаково быстро в любом случае. Это классно, клево, интересно. О, боже мой, это Lamborghini Aventador. Нет, это Lamborghini Murcielago. Какая разница по сравнению с Aventador, я не знаю. Выглядит они похоже. Не, серьезно, есть люди, которые катаются на зеленых Ламборджини. Ой, ё-моё! Стоп. Тут довольно сложное управление, когда ты пытаешься затормозить. Она начинает себя вести как самолет. Хотя, в принципе, да, тут механика движения-то взята от самолетов. Ёшки-матрешки, которую мы уже видели. Подожди, а, мы смотрели CLR-65, но этот выглядит S65 точно так же. Разницы, на мой вкус, вообще никакой. Так, и нас начинает ощутимо лагать. Ребята, надо ломать машины, судя по ходу, сейчас. Друзья мои, каждая машина, которую вы поставите в мире, съедает FPS. Там по 5-10 FPS примерно в секунду. Вот, мои законные 30 FPS. Серьезно? У Lamborghini есть собственный экскаватор? Что? Простите. А, это Leipher. Leipher. Короче, я не знаю, как это произносится, но это явно немецкий. Так, давайте посмотрим, что здесь вращается. Нажимаем на всякие разные кнопки, и он просто ездит, копать он не умеет пока что. Но тут даже и цепь-то не все доделаны, поэтому удивляться тут нечем. Дайте свет. Сколько я тут не мучился, ребятушки, корова не поддается. Она говорит, не му, и ее нельзя сбить этим экскаватором. Короче, это дешевая немецкая подделка. Так, а, стоп, нужно же убрать машину. Да, конечно. Вот, Nissan Skyline. Реальная машина для реальных пацанов. Ну-ка. А какая вам машина больше всего нравится? Друзья мои, напишите.
почему-то справа. Давайте посмотрим, как все это выглядит изнутри. Так, двери тут не открываются. Тоже едет медленно. Вот же итальянцы, сделать себе какую-то непонятную машину, а нам мучайся, ютуберам. Так, дверь не открывается, 100%. О, боже мой, такие штуки выпускали в 70-х годах. Уии! Ну, а эта штука тоже ездит медленно, это нормально. Слушай, а ты стекла хоть разбивать умеешь? Или это пока не предусмотрено программой? Мордой. Офигеть можно. Вот это реально зачет. Ну-ка, поехали. Так, у нее тоже дверки не открываются. Пока что лампочек к ней еще не прикрутили. Хотя, нет лампочек. Ну, такое. Вот это более шустрые, чем все остальные машинки. Это факт объективный. В принципе, годно. Так, и еще один вопрос, который меня интересует. Сквозь машину пройти просто так нельзя. Ну, через капот еще можно, но тем не менее. Угу. Ну, такое. Только у этой машины, в отличие от других Lamborghini, двери вообще никак не открываются. Окей. Очередной Bugatti, только у него морда тот же самый, но только морда не красная, а голубая. Понял. Некоторые из них отличаются только цветом. Lamborghini только черная. Какая красавица. Ночью такой поедешь, кого не пугать. Это что за космический болид? Че, серьезно, на таких штуках люди ездят? Или это типа гоночный? Нет, это 100% гоночная штука. Удиви меня скоростью. Порази меня полностью. Ну такое, как обычно, для того, чтобы управлять машиной. И почему-то открывается внутренности. А, все, я понял. Это название я даже выговаривать не буду, оно длинное. Lamborghini, Miracolago и так далее, бла-бла-бла. Удиви меня. Не меньше, чем своим названием. Не знаю. Харли Дэвидсон второй. Вот, Харли Дэвидсон, это вот это я хочу попробовать. Звука нет. Ребята, это как бы мотоцикл, которого звук еще не сделали. Но выглядит тоже прикольно. Наверное, как похоже, как настоящий Харли Дэвидсон. Харли Дэвидсон номер один. По-моему, он ничем не отличается от второй модели. Это как... это как айфоны. То есть, якобы разница есть, но ее никто не видит. Кроме самих создателей айфонов. Ладно. Это у нас Porsche 911. Так, давайте уберем лишнее, а то каждый раз, когда ты... Во-во-во-во-во-во. Фантом. Как его называют? Rolls-Royce Фантом. Большой, страшненький, неказистенький. Для богатеньких почитателей классики. Точно, ребята. Такие делали в прошлом столетии. Ну и дизайн соответствующий. Поэтому ей заметной быть... Не обязательно. Что такое? Это грузовик? Серьезно? Мы сегодня будем кататься на грузовиках? Это я хотеть. Давай, поехали. И он переводит, скорее всего... Мы уже смотрели эту машину, только она теперь черного цвета. Так, секунду. То же самое, но с голубого цвета. Тоже неплохо. Теперь, Авендатор. Вот. Авендатор как-то по-другому выглядит. А Lamborghini, они все-таки немножечко разные, как оказалось. Ну и это тоже такое. Это же у нас тоже Renault, тоже Magnum какой-то, но только для почты. И еще один Mercedes черного цвета. Только этот коричневый. Ford T2. Вот так, ребятки, выглядели одни из самых первых автомобилей. У этой штуки открываются все... Все двери одновременно. А может, ты еще фарами пользоваться умеешь? Ну-ка. Не, фары не завезли, ребята. Так что тут ничего не попишешь. Боже, это обыкновенная тележка. Как его называют? Средневековые повозки, которых таскали лошади за собой. В общем, вот эта штука выглядит именно как вот эта тележка для лошадей. Очень забавно. Дальше у нас идет Ferrari F40. О, наконец-то уникальный дизайн подъехал. Уи!
Ну. 400 лошадиных сил, давай. Давим носатых. Носатым пофиг. Обидно. Я вам должен доложить обидно немножечко. Феррари FFX. Давай. Вся мощь. 1000 лошадиных сил под капотом. Просто гениально. Подожди, лошадиная сила. А ну стойте. Отлично. Великолепно. Стоп. Ай. Так, отлично. Mercedes G63. Это вообще чё? Почему он похож на Геленваген? Или это и есть Геленваген? Или гелики делают Mercedes? Не знал. Скорее всего, да, это и есть Геленваген пресловутый. Ощущение такое, ребят, что словно я влез в очень большой танк. То есть салон реально большой. Так, а внутрь можно забраться? Да, здесь на заднем сиденье 6 мест, насколько я понимаю. Это очень крутая тачка. Обалдеть. Но это еще не все. У нас есть еще Shelby. Серо-пепельного цвета. Который меня совершенно не впечатляет. Морда красивая, да, винтажная такая штука в духе 80-х годов прошлого столетия, но так в целом я не согласен. Какие классные штуки. Но это мы уже видели, ребята, это мы уже с вами. Обыкновенное купе, обыкновенный хэтчбэк, даже скучно немножечко. Дверки-то открываются. Я, честно говоря, пока не нашел автомобиля, у которого бы работали фары. Хотя нам это обещали. Так, Авендатор мы видели. А, Porsche Carrier. Вообще у нее такое забавное название. Carrier. Хотя на самом деле это такая машинка вроде бы для гражданских лиц, а не для водителей сухогрузов. Так. И я сейчас еще вам расскажу, как все это добро крафтится. Бай-бай. Ом-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Прикольная штука. Слушай, у него и морда. Большая такая. Увесистая, массивная. Обалденно. Просто огонь. Так, носатые. Теперь я сейчас буду вам рассказывать, как все это крафтится. Да не носатые, не вам, а зрителям. Окей, смотри. Первым делом мы, естественно, как обычно, делаем себе вот такой вот vehicle crafting table, который крафтится вот так вот. Складируем его сюда, и вот здесь можно выбирать и крафтить их. Пока что рецептов не приделали. Вы рассмотр за подписку, лайки, все ссылки есть в описании. Покликайте по ссылочкам, там в описании еще будет масса всего-всякого интересного. Ну а для вас сегодня играл и комментировал, конечно же, Герон. Не забывайте поставить большой пальчик вверх, подписаться на канал, чтобы не пропускать новые обзоры, ролплеи, и подписываться, конечно, на второй канал, потому что там тоже много всякого интересного. Если есть вопросы, пишите в комментариях под видео, постараюсь на все ответить. Поехали!